Привет, друзья! Продолжаем тему пайки. Тема интересная. Есть вот такой резец. Когда-то был отрезным, но я его использовал не по назначению. Много раз приходилось подтачивать на паечку, и от нее почти ничего не осталось. Давайте посмотрим поближе. Совсем маленький кусочек. Не сегодня-завтра отвалится. Значит, хочу его немножко привести в чувство. Здесь мы маленько сточим, подберем на паечку. Но, к сожалению, нужного размера на паек нет. Придется, очевидно, взять вот такую, отрезать и припаять. Сначала подготовим резец. Теперь необходимо отрезать твердосплавную пластиночку. Зажимаем в тисочки, обрезаем. Теперь можно обломать. Зажимаем, чик, и все. Вот такая красота. Ну-кася, нормальненько, с запасом. Немножко буры. А паять буду 10% припоем. 10% серебра. Поехали.
нехай немножко остынет. Кажись, припаялась. Так, смотрим здесь. Под низ подтекло. Думаю, будет держать. Сейчас подточим и протестируем. Ободрал на наждаке. Теперь на алмазе. Нормалек, по-моему, нормалек. Сейчас протестируем. Заготовочка стальная. Поехали. Замечательно, резец работает. Еще раз смотрим на паечку, как настоящая. С этой стороны смотрим режущую. Режущая в порядке. У меня этих резцов самопальных уже 1, 2, 3, 4, 5 штук.
И нужно будет дальше работать в этом направлении. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Кому интересно, ссылочка на горелку и на припой будет под видео в описании. И всем пока.